Без спойлеров сложно. С 2030 какого-то года софт-скиллы будут преобладать в процессе найма над хард-скиллами. В этом что-то есть. В реальной жизни не ставится галочка и не прибавляются баллы, когда он уязвимость какую-то нашел. Наоборот, это только начало пути. Безопасность — это свойство любого продукта. Он идет вперед вместе с нашими развивающимися технологиями в светлое будущее. Ребята, всем привет. Очень-очень хочется выступать сегодня перед вами стоя, но, к сожалению, врачи пока не разрешили это делать. Надеюсь, вы меня простите. А кликер мне, Тома, можешь подать? Угу. Спасибо большое. Так. Сегодня я хочу рассказать вам про нашу Application Security платформу. Мы поговорим именно про само платформенное решение, не про SDLC в целом, не про процесс, а именно про технику, как это работает. Доклад достаточно большой по времени, поэтому я очень сильно буду стараться уложиться. Возможно, какие-то моменты пропущу, и вы вопросами зададите уточняющие моменты. Как Тамара сказала, зовут меня Игнатьев Игорь. Да, я занимаюсь ВК AppSec-ом, ну, в целом, да, безопасностью приложений. И наш доклад сегодня построен таким образом. Сначала мы расскажем про предпосылки, да, с чего мы начали, почему мы решили в целом создавать, инвестировать силы в свою собственную AppSec-платформу. Поговорим про, что такое платформа в целом сейчас. Очень большой блок будет про архитектуру решения, потому что как раз там мы расскажем детали, а как работает оркестрация сканирований, как дедуплицируются данные. Посмотрим немножко, как это выглядит глазами инженера. То есть архитектура — это хорошо, но иногда хочется все-таки посмотреть визуально, что же это такое. И маленькие неожиданности, которые ждали нас, которые могут ждать вас в рамках построения такого инструмента. И под конец самая такая интересная наша вещь, жемчужина нашей платформы — это кросс-веточный триаж. Ну, давайте с самого начала, с предпосылок. С чего все началось? Ну, предпосылки внедрения Application Security Platform в любой компании, они в целом схожи. Да? То есть для нас это было, понятно, развитие, активное развитие наших сервисов, наращивание кодовой базы в целом. Да? То есть код растет, кодовая база растет, руками это смотреть невозможно. Каким-то одним инструментом это смотреть сложно, растет и количество языков программирования. И в какой-то момент мы решили решение по Application Security, которые были в разных юнитах, схлопнуть в одно, скажем так, централизовать, для того, чтобы все лучшие практики собрать и сделать решение company-wide для всех. Начали мы, на самом деле, как и многие, начинают с открытой платформы Defect Dodge. Вот. Сформировали на ней первый MVP, подключили первые пайплайны, включили первые инструменты, но, как и у многих других, у нас случилась проблема. Доджа очень быстро умирает под нагрузкой. Да? То есть мы как ни старались, не могли затащить туда большое количество репозиториев, все начинало деклагать. Мы полезли вглубь, даже посмотрели на запросы. Там был запрос, который из самой большой таблицы с уязвимостями селектал ее 5 раз подряд. Ну, понятно, что это очень плохо работает. Мы решили все это переоценить и найти новый путь, как раз куда нам двигаться. И эту переоценку мы сделали. Что у нас получилось? Мы примерно посчитали, а сколько же у нас вообще кода, подо что нам рассчитывать. Эта цифра, она не точная, и она была посчитана сейчас примерно ей там, она уже больше. Да? То есть это 1,2 миллиарда строк кода, это очень много. Понятно, что этот код не весь сейчас используется в продакшене. Есть часть там legacy, которая уже умерла, ну то есть она не работает совсем, но все равно очень много. Даже если мы напополам просто поделим, получится около 600-700 миллионов, очень много. И то же самое касается репозиториев. Да, то есть 25 тысяч репозиториев плюс. Причем некоторые из них есть, которые относятся к микросервисам, да, там лежит, ну там, 600 строк кода, я не знаю, там 5 тысяч, 2 тысячи. А есть там, где лежит 50 миллионов в одной репе. То есть это прям такой огромный объем, они все очень разнородные. Что касается инфраструктуры окружения разработчиков, что окружает, с чем они работают. Это точно такой же, по сути, зоопарк систем хранения.
GitLab, Bitbucket, где-то остались SVN, да, с них там переезжают, но они остались. И то же самое касается CI/CD. То есть абсолютно разнородные CI-системы, вот какие только не придумаем, в том числе и самописные. То есть в очень многих продуктах есть прям отторжение к каким-то CI/CD большим, там, публичным, и у ребят свои системы самописные, они писали их с нуля, которые работают и по сей день. Значит, мы все это осознали и пошли думать в целом, а что нам с этим делать, что нужно заложить в платформу для того, чтобы она работала хорошо. И здесь, наверное, ряд принципов на слайде, к чему мы стремились. То есть первое — это простая интеграция с платформой. Ну, то есть мы понимаем, что у нас вокруг нас зоопарк, и если мы начинаем, во-первых, под всех допиливаться под самописные системы или ставить условия всем системам доработать здесь под нас, то возникает большая проблема. Ну, то есть подключение будет всегда долго и сложно. И из этого же вытекает второй пункт, что нету зависимости в целом от какого бы то ни было пайплайна. То есть неважно какой он, на Jenkins, на Hudson, на GitLab CI, в TeamCity, или вы написали его сами, неважно, вы должны мочь легко в несколько шагов интегрироваться с будущей платформой. Третье, немаловажное, это динамическое внедрение инструментов. То есть мы понимаем, что и платформа Application Security, и наш код, он будет развиваться всегда. И если мы куда-то прибьем гвоздями какие-то инструменты, тулы, то рано или поздно это придет к тому, что нам придется бегать по всем и перенастраивать это каждый цикл, что очень долго и ну, приведет к проблемам. Ну и четвертое, но на самом деле немаловажное, может быть самое важное, это удобный UX/UI, потому что когда мы говорим про company-wide интерфейс, company-wide user experience, он должен быть качественным. Ну, то есть никто не будет работать с платформой по безопасности кода, если это неудобно. Давайте двинемся дальше в блок архитектура. Он самый большой, и я здесь хочу как раз по шагам рассказать ну, такую львиную долю, как устроена платформа и как в ней производится сканирование. То есть мы пропустим некоторые части касательно там, администрирования платформы, да, там, админские части, там, настройки проектов. Это все оставим со скобками, поговорим про основной скан. С чего все начинается? Да, у нас вот есть репозиторий и какой-то CI/CD. Так как мы понимаем, что огромное количество репозиториев все-таки уже никогда не будет эксплуатироваться, да, и просто так клонить себе код откуда-то и сканить его, эта задача немножечко бесполезная, мы решили встроиться в CI. И тут как раз начинается наша платформа Security Gate, да, вот ее контур, и встречает ее фасадный слой API. То есть из любой точки компании можно обратиться по API к нашему API-фасаду, который называется оркестратор. Он готов хоть откуда поймать код. Но мы также понимали, что вот самый первый принцип — удобное встраивание. И каждый, если начнет писать для себя обвязку под API, как мне вызвать security gate, как передать ему код, то это очень большие косты, которые размажутся на всю компанию. Поэтому мы подготовили на самом деле клиента, который всю эту логику инкапсулирует в себе. И все, что требуется для CI/CD системы любой, это настроить шаг, вызов системы безопасности security gate, прописать несколько команд и забыть об этом навсегда. То есть все остальное делается в рамках клиента, даже поддержка, то есть выходит новый API, быстро обновляется клиент, скачивается также через CI/CD, это очень удобно, каждый может интегрироваться достаточно легко. И даже если у вас что-то не получилось, в любом случае остается вариант API, да, обычный HTTPS, который можно дернуть. В чем здесь дополнение, сейчас так стараюсь ускориться, что API построен как многопроходной. Когда мы строили платформу, мы понимали, что мы можем прилечь, мы можем упасть, полежать, и мы не хотели, чтобы какой-то пайплайн был закрашен, то есть закрашивать чью-то сборку. Поэтому, на самом деле, во-первых, шаг, который мы рекомендуем встраивать с возможностью краша, да, то есть что если он не пройдет, пайплайн идет дальше. И второе, что
CI/CD-клиент сначала первым хопом поднимает экземпляр сканирования в нашем ядре, где хранятся все метаданные по сканированиям по проектам, а уже вторым этапом запускает упаковку кода в zip и передачу ее в рамках платформы. Что же происходит дальше? Коллеги, кто фоткает, там потом будет вся картина, будет проще на самом деле. Что начинается дальше? Начинается дальше этап динамического подбора инструментов. То есть у нас торчит единая API-шка, которая принимает в себя все возможные проекты компании. Вы прекрасно понимаете, что на миллиарде строк кода это там 50 плюс языков. То есть когда мы по языкам сравнили, это абсолютно любые языки, под которые даже иногда не существует инструментов сканирования. И здесь вступает наш первый модуль, это SAST-сервис, который внутри себя делает самую первую важную логику. Он понимает, из чего состоит данный проект. Что там есть? Java, Go, JavaScript, еще какие-то языки. То есть что с этим делать дальше? Все это взаимодействие через там, предоставляемую платформой инфраструктуры транспортную подсеть, Kafka, S3, то есть все это сервис. Что происходит дальше? Когда SAST-сервис понял, какой пул языков нужно просканировать, он подбирает внутри тот набор инструментов, который нужно вызвать. При этом, ну и также в их топик заходит, кладет данные для скана. Что здесь важно и что хочется отметить, о чем мы чуть поговорим дальше, что параллельно запускается независимое сканирование несколькими тулами сразу. При этом несколькими тулами, не так, что это один какой-нибудь скан на секреты, один SAST и один чекер зависимостей, а это может быть несколько инструментов на каждый класс. То есть на одно сканирование одного и того же кода может запуститься, например, три SAST-инструмента одновременно. И они одновременно, каждый по своему флоу, каждый в своем контейнере просканирует этот код. И в ответ мы получаем на каждое сканирование по 3, 5, 7 отчетов от каждого инструмента, что с ним происходит дальше. Дальше вступает как раз, ну понятно, что у нас есть 3-5 инструментов, их нужно как-то объединить. Что с ними происходит? Запускается наш резалтер, скан-резалтер. И здесь хочется на самом деле сказать про дополнительный слайд. Наверное, ядровой слайд в рамках платформы. Это алгоритм присвоения отпечатка каждой уязвимости на платформе. В чем есть проблема? Если мы берем один инструмент, второй, третий, как бы они там ни назывались, они у нас еще и динамически постоянно там приходят, уходят, то каждый инструмент генерит под себя свои какие-то фингерпринты. Да, максимум, что он может сказать, это номер файла, строчка кода и все. Связать их друг с другом, да еще и на протяжении долгого времени, мы понимаем, что проекты живут долго, очень тяжело. И мы на самом деле с ног на голову перевернули подход. Когда мы генерим фингерпринт, мы его основываем, да, там множество атрибутов, но основной атрибут, на основе которого он генерится, это абстрактное синтаксическое дерево по коду. То есть мы не связываем тулы друг с другом, не пытаемся скоррелировать данные между ними, а пытаемся каждый из найденных файндингов каждым инструментом скоррелировать непосредственно с кодом. И такой способ показал на самом деле очень большую устойчивость с течением времени и позволил нам как раз вот достичь успехов. Мы чуть дальше про них поговорим, вы это увидите и в UI, и в цифрах. Возвращаемся к нашей архитектуре, да, то есть у нас получился результирующий отчет, который скоррелировался между всеми инструментами. Да, то есть 5 инструментов запустились, 5 инструментов отработали, слил скан-резалтер это все в один отчет, что дальше? А дальше начинается вопрос, а какие данные до этого были просканированы в рамках этого проекта? И возникает, собственно, основная, самая большая рабочая база, WorkDB, она у нас называется, где лежит вся история. То есть все, что было до этого просканено в рамках каждого проекта, каждого продукта, ну это там, в сущности на платформе, каждой ветки, укладываются результаты этого сканирования. При этом
Тут появляется модуль процессор, который также через всю транспортную подсистему взаимодействует. При этом здесь возникает второй этап дедубликации. То есть первый у нас был в рамках тулов, а тут возникает второй в рамках веток. То есть мы прекрасно понимаем, что если одна и та же ветка, там мастер, там дев, тест, приходит на скан, да, каждый день, то мы получаем 30 отчетов в месяц. А это та же самая ветка. Да, то есть если мы 30 раз идем ее обрабатывать потом, то разработчикам это неудобно, да и нам это неудобно. И тут возникает второй момент, который предполагает дедубликацию уязвимостей в ветках. Он трехэтапный. То есть, предположим, у нас данные уже по ветке мастер какого-то проекта были загружены на платформу, и пришел новый отчет. То есть пришел новый отчет, ветка мастер была снова просканирована. Мы не храним данные по каждому скану, ну, точнее, они хранятся в связи, но они не загружаются просто балком каждый раз на платформу. Производится три этапа укладки этих данных. Первый этап — это слияние соответствия. Так как у нас с вами раньше был рассчитан устойчивый фингерпринт по AST-дереву, то в WorkDB в базе по этой же ветке лежит тот же самый фингерпринт. И мы можем просто сравнить данные с отчетом и базой данных по этой ветке, не вставляя новую запись в платформу, да, а просто по ней сделать обновление. Это может быть обновление статуса, если уязвимость снова была обнаружена, а до этого ее там растряжили или поправили, то есть вдруг снова пришла. Или обновление каких-то паролей пошло, там обновление описания по фандингу. Второй этап — это новые срабатывания. Ну, здесь все понятно, то есть этого раньше не было, это нужно просто на платформу загрузить. И последний, но не наименьший вариант — это закрытые срабатывания. Да, то есть если у нас инструмент, который до этого ругался на какую-то часть исходного кода, на какую-то строку, на какой-то участок, при новом скане, при новой версии, там, скане нового хэш-коммита понимает, что этой уязвимости больше нет, то почему бы ее не закрыть автоматом? Да, то есть зачем заставлять это делать руками, почему бы не закрыть автоматом? И мы это делаем, то есть автоматически закрываются уязвимости, которые не были обнаружены. Возвращаемся дальше, да, то есть это пункт дедупликация в каждой ветке, который на самом деле все отчеты, сколько бы ни было просканено, каждая ветка укладывает и дедуплицирует в рамках ее полного набора срабатываний. И последнее, ну, это user backend, front, ну, то есть конкретно уже отрисовка, работа с UI, работа с пользователем. Отдельно стоит отметить важную часть, потому что вы видели цифры наши по количеству репозиторий кода, это то, что вся платформа работает как Cloud Native. То есть все компоненты, которые написаны, включая SAST-инструменты, там, дипчеки и так далее, они находятся под управлением, да, там, контейнеровоза, Kubernetes конкретно в нашем случае, и могут легко масштабироваться. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что в Кубере достаточно там пары команд, и у вас какой-то инструмент из одного инстанса превратился в 5, 10, 15, если в нем есть какое-то бутылочное горлышко. Давайте пойдем дальше и немножечко посмотрим глазами инженера. Я очень волнуюсь, как это будет выглядеть интерфейс на экране. Но начать хотелось бы с другого. Да. На самом деле для нас внутренние сотрудники, а мы понимаем, что это большое количество разработчиков ВК, являются очень ценными, и их пользовательский опыт работы очень ценный. На самом деле тут такая завеса тайны небольшая. Мы даже специально в какой-то момент, нарисовав первый интерфейс, поняли, что ну, нельзя это показывать людям. Ну, то есть действительно не умеем мы рисовать интерфейс, мы позвали на помощь дизайнера, который нам действительно с этим помог. Чтобы получилось удобно, чтобы когда внутренний инженер открывал платформу, смотрел на нее, у него не вызывало какого-то отторжения вся эта история. Итак, что же он видит? Первое, попадая на платформу, да, там есть ролевка в рамках конкретного продукта, проекта, он видит все доступные ему проекты на платформе. Проект можно сравнить аналог репозитория, да, то есть, например, вот там Django App или там Processing Go. Он видит дату сканирования, видит, к какому продукту они относятся, количество уязвимостей, которые были там накоплены, обнаружены, актуальные уязвимости.
То есть если все растряжено, исправлено, то будет все по нулям, так как оно сдедублицируется. Дальше можно провалиться, посмотреть ветки. Да, то есть по веткам то же самое, по сути, все разрисовывается, ну, в достаточно простом интерфейсе. И самый большой для нас — это экран триажа. Тут, возможно, не будет видно кода, да и не суть. Мы показываем, во-первых, первое, мы рассортировываем все уязвимости по типам. То есть отдельно это SCA, да, то есть ваши зависимости, отдельно это SAST и отдельно это секреты. Да, понятно, что тут мы не увидим большое количество фильтров, возможности отдельного отображения и так далее, но все это рассортировано для удобства на самом деле. Дальше мы видим код, небольшой сниппет с подсветкой, где возникла проблема. Это код тестовый, это код не наш, это взято из open source, поэтому действительно можно смело фотографировать. Здесь, опять же, мы сейчас не увидим на слайде, но некоторые из инструментов позволяют показать не только строчку кода, но и путь от юзерского ввода до момента, где возникла проблема, так называемый taint-анализ, когда показывается по файлам, то есть бывает межфайловый, бывает в рамках одного файла, где был начат ввод, откуда возникла проблема, как SAST-инструмент его дотрейсил до конца, и показывается, помимо общего сниппета, где была проблема, еще и пул сниппетов сверху, ну то есть такой в рамках раскрытия. Что можно сделать? Да, можно сделать понятные вещи, поставить там таску в Jira, можно там как-то растряжить это с дополнительным комментарием, можно призвать одной кнопкой Application Security Engineer'а. Да, просто позвать на помощь, и к вам придут перевести finding статус помощь. Инженер придет, ворвется, там, придет в личку, постучится или ответит сюда в рамках комментариев. Отдельно хочется рассказать про SCA, потому что на самом деле такая непростая история. У нас сначала все уязвимости рассортированы не были, и все было в рамках вот все уязвимости в столбик. Да, такой первый вариант security гита, который был летом. Но мы поняли, что неудобно. А в чем бывает проблема? Во-первых, это неудобно обрабатывать, когда мы обрабатываем какой-то конкретный компонент, да, вот версии там, я отсюда не вижу, 0.27 версии, мне хочется по нему видеть все. То есть все, что по нему было обнаружено. И поэтому мы сгруппировали все эти данные, да, они группируются по компонент плюс версия. Если вдруг по каким-то причинам там Common Platform Enumeration ошибся и вам просто подсосалась не та библиотека, не ваша библиотека, вас не волнует там уязвимости, то это можно также растряжить одной кнопкой. Не нужно, как раньше было, заходить в каждую CVE-шку, вспоминать, что это за компоненты, что он к нам не относится. Да, то есть одна кнопка и также меняет статус, или в рамках каждой CVE-шки можно посмотреть, почитать, что внутри происходит. Давайте двинемся дальше. И здесь я хотел… Так, здесь немножко обрезался слайд. Я хотел обратить внимание на вкладку «Подробнее», что у нас присутствует одна запись слева, да, то есть один фит конкретный, одна уязвимость, обнаруженная в составе, при этом сразу показываются все инструменты, которые ее обнаружили. То есть это не три отдельных записи на платформе, это одна запись, в которой разные правила от разных инструментов могут, скажем так, сгенерировать эту уязвимость. Здесь в оригинале их на самом деле было три, вот, но один был, видимо, этот, опущен вниз. Давайте двинемся дальше. Что мы еще решили принести на платформу? Да? Мы понимаем, что веток очень много, и мы можем триажить какую-то одну ветку, например, триажить мастер, при этом прилетает ветка новая dev, и там, ну, по сути, все то же самое. Мы с вами прекрасно понимаем, что отличие между ветками, да, между мастером, девом, тестом, оно небольшое, ну, то есть это может быть 5% отличия, ну, по кодовой базе, 7-10, но не огромное. И большинство уязвимостей, они совпадают. Поэтому мы предусмотрели специально такую историю, что если в продукте триажится мастер, ветка, по ней обрабатываются все уязвимости, то если прилетает новое, да, прилетел новый dev, то мы можем в рамках двух кликов просто смигрировать из мастера все, что совпадало. Почему? Потому что фингерпринты, которые строились по AST-дереву, они остаются тем же. AST-дерево не меняется от того, что даже вы поставили сверху функцию или поставили там интер, пробел, неважно.
фингерпринт настолько устойчивый, что даже между разными ветками он остается одинаковым. Поэтому по фингерпринтам можно перенести все, что было ранее обработано в какой-то ветке, там мастер, там DF-тест, неважно, перенести в любую другую. И перенесется все, что совпадает. Все, что не совпадает, оно, естественно, останется таким, как и было. И хочется отметить еще одну возможность, которую мы предоставляли нашим пользователям, это возможность такого массового триажа. Мы заметили, она небольшая, несложная функциональность, но мы заметили, что очень часто бывает проблема с тем, что какое-то конкретное правило фолзит на проекте. И можно на самом деле одной кнопкой по фильтру выбрать это правило и все перевести в отбой. Ну, то есть, чтобы это не делать руками, это может быть, например, тестовые файлы. Да, у нас есть слэш-тест и дальше набор файлов. Мы понимаем, что это автотесты, которые создают, поднимают какую-то локальную среду, и эти скрипты, они не используются в продакшене. То есть их можно сразу просто отнести, отклонить. Чего мы не ожидали? Так, я постараюсь еще ускориться, очень у нас мало времени. Первое, мы не ожидали просто экспоненциального огромного роста нагрузки. У нас была дата презентации внутренняя, она была летом этого года. Мы, конечно, до этого делали какие-то там тестирования нагрузочные, но мы просто не ожидали, что буквально за 2-3 недели количество откликов и новых регистраций на платформе будет такое, что у нас просто кончится железо. На самом деле это был сложный период, когда в августе прошлого года мы просто перетыкали, да, вы помните, что у нас Кубер, мы перетыкали ресурсы ЦПУ, RAM между разными контейнерами. Так, сейчас у нас один инструмент заглючил, сейчас другой. Кто не успевает, на ком копится очередь. Потом мы обнаружили с радостью, что оказывается у нас не одна железяка, а две. И жить стало на самом деле очень сильно проще. Да, то есть мы, конечно, просто дали больше ресурсов и не возникло сложности. Второе, и постараюсь быстро, это падение тулов. Что происходит, если тул падает, а сканирование, а другие нет? То есть если у вас один инструмент работает, то все хорошо, просто сканирования нет. А если сканирование в целом завершено успешно, а один тул упал, то те уязвимости, которые он сгенерировал, они на платформе закроются автоматом, потому что их нет в результирующем отчете. И да, вот закроются. И мы придумали отдельную связку между каждым файндингом и инструментом, у которой есть статус true or false. То есть если ранее инструмент ругался, а сейчас он находится в exclude tools и он просто упал, то все, что по нему было ранее, оно игнорируется. То есть в следующий раз, на следующем скане мы об этом узнаем. И третье — это слишком много веток. То есть мы ожидали, что к нам придут ребята, приведут ветки там мастер, дев, тест и так далее. А оказалось на самом деле все сложнее, и веток оказалось очень много. То есть в рамках одного проекта там может быть 20, 30, 50, 100 веток. То есть очень-очень много. То есть даже если есть функционал миграции и наследования, то сделать это в 4 ветках можно, но в 100 ветках это сделать уже практически нереально. И тут возникает как раз жемчужина того, что мы придумали в рамках Security Git, это кросс-веточный триаж. Триаж по всем веткам одновременно. Что это такое? Так как у нас есть устойчивый AST fingerprint, о котором мы говорили ранее, и мы понимаем, что в рамках веток взаимодействие, ну, то есть отличие кода, приращение кода, оно небольшое, в крупных проектах на самом деле там в различии от веток, ну, это там максимум 5%, то все остальные уязвимости, они в целом совпадают друг с другом. То есть ветки мастер, ветки dev, ветки EST15 и SA28 примерно плюс-минус одинаковый код и одинаковые уязвимости. И мы слили их все в рамках одной новой сущности. Мы оставили физически в базе данных, оставили, как было, старые данные по веткам и сделали новую сущность в базе, которая собирает все в рамках первичного ключа фингерпринта, да, того самого, который у нас есть. Что получилось? Мы у пользователей не забрали интерфейс, он остался там вот далеко, покажите мне ветки, если вдруг он нужен. Но на самом деле туда никто не ходит, потому что им это не нужно. Все уязвимости у них остались здесь. Остался первичный интерфейс, они сразу попадают в кросс-веточный триаж. И по сути одной кнопкой для всех веток сразу они генерируют один раз, exactly once, да, там, ставят какой-то статус, и все получается достаточно успешно. Ну и плюс появился интерфейс сам с ветками. Я хочу, если посмотреть, а где это было, то можно это глянуть.
Итого, да, подводя итоги, если мы смотрим на самое начало, то в сырых отчетах работают инструменты каждый день. За там, примерно 7 месяцев у нас 180 миллионов сработок возникло по коду. Ну, кода много, объективно. Если мы говорим дальше про дедупликацию между тулами, то эта цифра уже снижается. Это примерно 150 миллионов. Дальше, когда мы говорим о том, что мы не заносим в базу данных все эти срабатывания, а дедуплицируем между ветками, то есть хотя бы внутри ветки, вот эта первая часть, которая была в архитектуре, цифра снижается еще очень сильно, 26 миллионов. Ну и последнее, наверное, это наша гордость, кроссветочный триаж, 770 тысяч. То есть из, даже если мы берем дедупликацию между ветками и в рамках одного проекта всего, это огромное снижение нагрузки на всех, и на application security, и на разработчиков, на всех, кто в платформе есть. Итого, из сырых данных мы получаем всего 0,4% готовых, три раза просеянных через сито с дедуплицированных срабатываний, которые уже показываем разработчикам и с которыми они работают. И что бы мы хотели порекомендовать тем, кто вдруг решит там, пройти наш путь, вдруг вы сейчас находитесь на этапе, как мы были год назад, да, нам нужно что-то сделать. Хотелось бы порекомендовать следующее. Первое — это пользовательский опыт. На самом деле, как бы круто у вас не работали состы, даже если вы делаете ну, какие-то супер-пупер злые состы с компиляцией, со сборой трасс по коду, с тейнт-анализом, если с этим будет неудобно работать, то ну, вы не заставите с этим работать ваших разработчиков. Второе — это вопрос вот как раз встраивания прям в пайплайн или отдельные платформы. Здесь в зависимости от, опять же, объемов. То есть если у вас, опять же, большой объем, то лучше, как мы, приобрести независимость в рамках управления динамического и тулами, и правилами в этих тулов. То есть мы можем выкидывать, и мы это уже не раз сделали, какие-то состы, которые себя плохо ведут, и ставить за место них другие. Третье — это развитие инструментов, ну, то есть это уже вопрос качества кода, в смысле качества инструментов, качества анализа. Мы сегодня про это не поговорим, может быть, как-нибудь расскажем позже, потому что тема отдельная, большая, и на самом деле еще на час. Ну и четвертое, ребята, ОТБ, не бойтесь, создавать свой продукт, страшно будет только в начале. Потом через 7 месяцев отпустит. Всем большое спасибо. И, ребята, берегите себя. Спасибо, Игорь. И мы переходим к вопросам. Привет. Очень интересный доклад. Выглядит суперудобно, суперэффективно. Но остались некоторые вопросы по поводу вот этих 700 тысяч срабатываний. Как дальше обрабатываются? Не вручную же все это дальше? Обрабатывать, ну, или как? Смотри, во-первых, 770 тысяч — это распыленное на все продукты. То есть если ты триажишь какой-то один репозиторий, то там их немного. Она может быть одна. Заходишь в репозиторий, да, который у тебя был просканен, там всего одна. Их может быть, ну, понятное дело, что больше. То есть 770 тысяч, во-первых, это не цифра, которая просто вот в столбик сделана, это цифра, которая распределена на большое количество уже сейчас подключенных к платформе проектов. Ну, репозиториев конкретно. С точки зрения обработки, смотри, обработка у нас производится по-разному, то есть есть и центральная команда Application Security, которая занимается триажом, да, то есть особенно, что важно, первичным триажом. Здесь стоит отметить, что так как у нас вот эта дубликация, она сквозная до конца, то самый сложный триаж, он первый. То есть когда ты первый раз растриажил какой-то продукт, у тебя дальше долетают только новые уязвимости, которые создаются. А каждый раз кода добавляется мало, по 1%. И здесь уже на самом деле чаще вовлекаются сами разработчики. Разработчики или команды обсека в разных юнитах. То есть у нас нет ограничения по тому, кто конкретно с этим работает. То есть это и разработка, да, очень много инициативных ребят, которые сами пришли, без пинка подключились, после вот как раз внутренней коммуникации на всех, и тряжат все, то есть с этим работают все. Добрый день. Вопрос будет быстрый. Первый.
работы к фирме Printer. Условно, если у нас идет в новой ветке модификация какого-то метода внутри класса, буквально там в стаке true смени на false, будет считаться, что модифицирован именно метод или весь класс будет дальше для анализа как модуль модификации? И второй вопрос. По презентации увидел, что в основном агент SecureGate в белой теме. Черную сделали? Черную тему не делали и на самом деле не хотели. Начну с конца. Я на практике своей просто очень много видел проблем, когда начинается игра со шрифтами, и вместо того, чтобы пилить core функционал, который нужен, пилится вот этот мелкий тюнинг, черную тему, светлую тему. Мы в это пока не пошли. Слишком много у нас сейчас бэклога, слишком много ребят, которые пришли с бэклогом, а мы хотим вот так, добавьте нам это. Мы сами развиваем платформу, она сейчас будет в скором времени не только для кода, но еще и для контейнеров. Мы хотим перейти опять же в скан с бомов, строим свой сбом-трекер. Ну, то есть она очень сильно развивается сейчас, и нам не до темной темы. Первый вопрос, напомню, я… Да, если модифицируется метод класса… Смотри, по AST-дереву, если я не ошибаюсь, то модификация будет в рамках самой строки. То есть если сама строка, на которой была уязвимость, модифицируется, то у тебя и код другой уже там. То есть если уязвимость осталась… и строка поменялась, то да, действительно, это может возникнуть как новая уязвимость. Но чаще всего обычно туда идут, в эту строку, чтобы закрыть уязвимость. И когда она меняется, как раз обычно уязвимость пропадает. Здесь еще важно отметить такой момент, что есть срабатывание от инструмента, когда оно было изначально правильным, да, мы нашли какую-то SQL-инъекцию, да, там действительно была там, конкатенация строк нехорошая. Произведена правка, ну то есть прям поправили эту строку, но инструмент уже генерит false positive на эту самую строку. То есть он все еще считает, что есть SQL уязвимость. И поэтому если вот где там UI у нас был… Игорь, 15 секунд. Да, 15 секунд как раз не хватит. Ты, я боюсь, будешь щелкать нет, слайды. Нет, появилась отдельная кнопка «Исправлена руками». У нас прям такой есть отдельный статус, что false positive and fix it и так далее внутри под капотом, с тем, что действительно когда-то это было true positive, потом исправили, стало фальсом, но снова от инструмента этот данные пришли. Всем спасибо.